26 апреля в спорткомплексе имени Али Алиева стартовал ежегодный чемпионат Дагестана по грэпплингу. Данное календарное мероприятие приурочено ко дню космонавтики. Это знаменательное событие для нашей страны, первый полет в космос человека и так далее. Поэтому мы чтим это событие как всенародный праздник. И мы решили посвятить этот чемпионат Дагестана в дню космонавтики. Соревнования будут проходить два дня, где свыше 250 участников из разных уголков Дагестана будут бороться за звание лучшего. Первый день состязаний проходит в разделе «Ноу-джи», второй – в кимоно. Отметим, что в чемпионате также принимают участие и каспийчане. С Каспийска представлены двумя нашими клубами. Это «Агат», он тренер Нурудин Иминов есть. И парень есть «Ивган», который в частном порядке, он спортивный клуб, он тренирует. Вот ваши каспийчане, они принимают здесь участие. Это мероприятие является отборочным испытанием для прохождения спортсменов на чемпионат СКФО, которое состоится в мае текущего года в городе Минводы. После чего у грэпплингистов будет возможность отстаивать право выступать на чемпионате России, которое пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге.